вручаем вам призы, самая талантливая, самая семья. Это вам, это тебе подарочек. Спасибо. И тебе подарок. Ты у нас очень творческий человек. Семья Власовых – одна из тех, кто с радостью откликнулся на идею проведения в холле их дома выставки детских рисунков и поделок. Старшая дочь Полина – автор некоторых работ, размещенных в экспозиции. Я очень хорошо это рисую. Когда я вижу рисунки, я горжусь ими. А мама девочки всячески поддерживает увлечение дочери рисованием. Полина светится от счастья каждый раз, когда ее новое творение появляется на стене. К тому же, как знать, может, это призвание ребенка. Я думаю, что может способствовать развитию творческих каких-то ее способностей. Есть к чему стремиться. Там мы получаем призы за активное участие здесь вот от нашего клоуна. Поэтому ребенок старается. Сейчас выставка насчитывает порядка 30 работ. Тематика любая, ведь здесь полная свобода творчества. Рисовать можно все, что душе угодно. Впрочем, экспозиция постоянно обновляется. Внимательный наблюдатель заметит и смену времен года, и без труда угадает, например, праздник, который недавно отмечался. По словам Александра Синицы, человека, притворившего в жизнь идею выставки прямо в подъезде, стать автором может каждый ребенок. Родители говорят спасибо за то, что подделки их детей может увидеть еще кто-то. Понимаете? Вот нарисовали. Вы знаете, мы говорим, а вот это нарисовала вот эта девочка, а вот эту картину нарисовал вот этот мальчик. Это стимулирует детей. Вот с этого все и начинается. Нарисовал что-то, кто-то увидел, кто-то заметил, потом пошел в кружок. А потом поступил в художественное училище и стал профессиональным художником. Если Александр Синица – идейный вдохновитель вернисажа детского творчества, то консьержка Лилиана Петухова – его своеобразный куратор. Именно ей маленькие жильцы приносят свои рисунки, и они вместе вешают их на стену. Кроме того, по долгу основной работы женщина ежедневно становится очевидцем того, что экспозиция никого не оставляет равнодушным. Дети радуются своим рисункам, хвастаются перед бабушками, перед гостями, перед родственниками. Заходят люди, останавливаются и любуются, заряжаются энергией какой-то положительной. Вообще все это несет добро. Действительно, каждый раз жители и гости дома, проходя мимо вернисажа, невольно улыбаются и испытывают радость. Как просто, оказывается, украсить будни и создать прекрасное настроение. Заходишь в подъезд, получаешь удовольствие, рассматриваешь экспозиции, которые составляются, постоянно обновляются. В общем, одни положительные моменты видим всем подъездом и всем домом. Пусть такая экспозиция пока все-таки эксперимент, но своим успехом она показывает, что главное – это желание творить, а потом и явить миру плоды вдохновения. И выставка совсем не обязательно должна проходить в стенах какого-то социального учреждения. Ее можно организовать и в подъезде жилого дома. Екатерина Коваленко и Сергей Ларин. Видное ТВ.